Ну что, Димон, что на Новый год загадывать будешь? Я вот хочу стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне, чтобы мы первое место заняли. Ты что будешь загадывать? А мне вот бы хотелось бы в составе закрепиться. Нормальное желание, но мне как-то поприкольнее будет. О, это ж наша молодежь золотая! Что вы делаете? Да мы вот желание тебе на Новый год загадываем, которое ты должен будешь исполнить. Хоть бы мое исполнили. Сколько лет жду. Если хотите исполнения, надо все по красоте делать. На бумаге оформить. Давай, Димка, открывай задание. Читай давай. Традиция номер 4. Новогодняя открытка. Оформить открытку для поздравления за 5 минут, а также написать желание. Ну как? Задание понятно? Понятно. И тебе, Рома? Так точно. Тогда на счет 3. 1, 2, 3. Сейчас легко. Пошел, докупил открытку. Раньше все своими руками. Так-то оно приятнее читать. Тяжело вам, ребятки, вижу. Тяжело креативить. А где Рома так рисовать научился? Да в сборной в прошлом году много свободного времени было. Какие вы молодцы! Так стараетесь. Блестки золотые, как медали ваши. А кто-то 2 получил. Дима, кому открытку подаришь? Главному тренеру нашему подарю. Так я же желание исполняю. Какому тренеру? Но от него тут больше зависит. Ой, Рома, хорошо обводишь. Защитников бы так на поле обводил. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Ох, красивые открытки. Даже очень. Постараюсь исполнить ваши желания. Только вы не расслабляйтесь. Ты, дедушка, тоже не расслабляйся. У нас на следующий год цели серьезные. Поздравляю вас с наступающим. Будьте счастливы в новом году. И пусть у вас не будет лимита на ваши желания.